Работает, все в норме. Запись пошла. Так, ну, по крайней мере, я все контролирую. Да, я контролирую, все нормально. Я вас приветствую, мои дорогие, и добро пожаловать в мое скромное лого. С вами Витё Грейсон, и сегодня у нас прохождение всеми любимейшего, всеми понравившегося Endless Town Terror. На прошлом стриме, который, грубо говоря, закончился тем, что у меня битрейт начал скакать, откровенно говоря, я говорю, что на время перейду, временно перейду на видеоформат. Ну, говоря, и занимаюсь. Поэтому запишем небольшой коротенький ролик, хотя бы минимум на полчаса, часик. И по мере нашего прохождения, так сказать, сделаем своего рода обзорчик. Обзор на вот эту, собственно, игру. А заодно разберем все плюсы и, к сожалению, минусы. Кстати, один из моментов, который я хотел бы разобрать, не отходя от кассы, скажем так, это то, вот сейчас зайдем на почту, о, оказывается, вот, мало того, что выпустили игру, так нас... Не успели, как бы это сказать, не успели нас заведомить о том, что появились своего рода ежедневные отметки. Ежедневные отметки, прикиньте, да? Я просрочил их на одну, прямо говоря, неделю. Сейчас даже покажу. Вот. Вот он, этот прикол, который я и говорил. Отметки за вход Triple Z. Который я просрочил практически на неделю. Сейчас, правда, написано пропущено дней 5, но не суть. Просто прикиньте, такой профл. То, что нам об этом не рассказали, и приходится самостоятельно, говоря, это дело искать. Жалко, конечно, что эту фичу так и не добавили в игру, как и... Genshin Impact и Honkai Star Rail, допустим. Зато в Honkai Impact это работает. Внутриигровые отметки. А если, конечно, кому-то неудобно, можно сделать проще. Ну там, заглянуть на сервер из Holy Lab и там отметиться. Удобно, так сказать. Ну, для одних, правда говоря. Удобно для одних, а для других, ну, порока. Не завидую я этим людям, которые решили ради вот таких вот наград. Ломиться через сухой лап. Ладно. Мне, собственно, грех жаловаться. Так. А теперь самое главное. На прошлом стриме я забыл дополнить. Мы проходили частичку пролога, и нас попросили собрать просроченные кассеты. А заодно узнать, как дела у, собственно говоря, владельцев разных торговых точек на 6-й улице. Давайте, собственно, гуляемся и узнаем, как там у них дела. Ну а вам желаю приятного просмотра и понеслась. Так, проверьте счастливый билет в газетном киоске. Если сначала к нему заглянем. Так, это у нас Хаул. Приветик, Хаул. Ой, смотрите, какой милаха. Кто-нибудь почешите его за ушком, пожалуйста.
козички. Этого песика только потискать и за ушком почесать. Конечно, кого-то, ну, скажем так, немножко смутит то, что собака на рабочем месте. Но, блин, выглядит это, конечно, сильно умилительно. Прям. Можно проверить только один счастливый билет в день. Интересно, достанется ли сегодня суперприз? Выберите счастливый билет, чтобы продолжить. Так, ну правда, у меня из-за вебки не видно, но счастливый билет у нас показывает в левом нижнем углу. Давайте глянем, что у нас. Mm. 8888 дни. Три мяска. Три, так сказать, мяса. И у нас суперприз. Почти 8000 дни. Нормально, нормально. Так, городские известия. АИК набирает сотрудников. Защитите будущее Нью-Эриду, присоединившись к ассоциации следователей Каверн. Собес принимает меры по поимке красных клыков. Today's Headlines. Сегодняшний выпуск. Беззавод на путешествии среди звезд. Так, корпорация Три Врата. Но разработка Джонатана поможет исправить плохое зрение. Мортор. Без людей пока не справится. Корпорация Мортор пробует заменить обычных сотрудников искусственным интеллектом. И это показывает хороший результат. Трудозатраты сократились на 27 чего? Вопрос. Процентов. Источение эфира придет к краху нового города? Когда эфир кончится? А, можно даже вот так сделать. Так, ну разработка Джонатана. Недавно разработанный консорциумом Джонатан Хрусталик может исправить проблемы со зрением. Однако проблемы, связанные с отторжением, еще предстоит решить. Так, корпорация Морта пробует заменить обычных сотрудников искусственным интеллектом. Так, все-таки на 27%. Я был прав. Однако через 2 недели некоторых уволенных сотрудников вновь приняли на работу, поскольку ИИ требовалась помощь человека, чтобы вводить символы с картинок для аутентификации. Ай-яй-яй. Вот прикиньте, человек, который обслуживает ИИ, ему приходится решать своего рода капчи. Мол, а вы точно не робот? Смешно, да? Прям обхохочешься. Когда эфир кончится, Нью-Эриду придет такое же запустение, как объездная? Эксперты. Так, билетик уже все. Мне повезло. Если рассказать Белль, она точно попросит ее угостить. Но сначала займемся делом. Ах да, сначала мне нужно лапшичную генералу Чоппу по поводу заказа, а затем в магазин игрушек Сьюзи. Начало ежедневной рутины. По крайней мере, я так понял. Нос немножко зачесался. Так, запись идет? Хорошо. Загляните лапшичную. Как это все бесит. В чем дело, генерал Чоп? Ты закрываешься? А, это ты. Извини, но сегодня без лапши. И газ меня подвел. Интересное название курьерской службы — Пегас. Я, конечно, слышал про Пегас Туристик. Это так, старая авиакомпания. Контора туристическая. Я заказал доставку продуктов, а их все нет. Включаю свежие заказы и вижу, они зачем-то отправили его в Каверну. Это из-за бедствия с Каверной? Видимо, так. И черт бы с ними, с продуктами. Я уж сам купил, что нужно. Это просто... Еще курьер везет. Только бы с ним ничего не случилось. Какой-то парнишка, наверное, и угодил в камеру из-за меня. Я уже разместил в интернете запрос на поиск грузовика. Прокси по имени Грейсон принял заказ ранее. Но аккаунт новый, поэтому я не уверен, надежен он или нет. Указать на себя.
На самом деле заказ взял я. Угу. Что? Ты взял заказ? Так это ты и есть? Понимаю. Ты создал новую учетку, чтобы проще было. Я так разволновался. Надо было сразу обратиться за помощью в ваш магазин. Не стоило тратить время на интернет. Но раз уж вы с сестрой взялись за эту работу, мне как-то сразу полегчало. Ну что ж, тогда я оставляю вам информацию о местонахождении грузовика. Но пока я не буду уверен, что водитель цел и невредим, обжигший не откроется. Не могу я готовить, пока так волнуюсь. Ой, логистическая катастрофа, заброшенное место. Осмотрите место аварии. Изи из магазина игрушек хочет о чем-то вас попросить. Знаете, в чем дело? Давайте проверим. Здрасте, Сьюзи. Эти гуськи. Здрасте и добро пожаловать. А, Вайс, ты как раз вовремя. Начальник говорит, что ему нужна твоя помощь. Рассказывай, что случилось? What is it? А в чем дело? Что именно случилось? Он хотел, чтобы я передала сообщение устно, так что слушай. Водички не помешают. Очень тяжело писать прохождение, но... Что поделать, я сам на это вызвался. Я нашел новый способ поставки чудесных новых устройств. Тебе они точно понравятся. Если поможешь, скоро увидишь их на полках магазина. Ты очень похоже изображаешь начальника, но что от меня-то требуется? You sound just like your boss. Да уж, ты очень похоже изображаешь начальника. Wait, I'm not finished yet. Погоди, я еще не закончила. На доступ к новым товарам перекрыт. На доступ к новым товарам перекрыт. И я потерял связь с человеком, который отправил туда. Займись этим от моего имени. Подробности пришлю чуть позже. Вот и все. Так он и сказал. Речь об амплификаторах, судя по всему. I see. Понятно, значит, что-то случилось с подпольными поставками амплификаторов в магазин игрушек, и новая партия застряла в кабель. Здесь и правда нужна моя помощь в решении этой проблемы. Хотя я не знаю точно, что произошло, но кажется, проблема в этих игрушках, амплификаторах. Это же их вы с друзьями собираете? Босс сказал, что поскольку задание не запланировано, кроме обычного вознаграждения, ты получишь от него образец в подарок. Босс надеется, тебе понравится. Так, неужели речь о... Подождите-ка, неужели в этой партии... Амплификаторы последней модели, оснащенные устройством синхронной передачи четвертого поколения. Испускаемый ими ультразвук отлично резонирует с волновой активностью любого эфирного оружия. О, как раз Энби подошла, чтобы нам прояснить ситуацию. Согласно официальным данным, начальные характеристики оружия в среднем могут вырасти на 44,21%, а шансы на выживание обладателей снаряжения поднимаются как минимум на 30%. Энби, ты-то здесь откуда? Энби? What are you doing here? Энби, а ты что здесь делаешь? Keep it down. Потише, хоть Сьюзи здесь и работает, она не знает, что амплификатор — это боевое снаряжение. Не стоит обсуждать их прямо перед ней. А? Ультразвук? Оружие? Да, похоже, она не очень прошаренная. Так что перед ней лучше особо не распространяться. Понимаешь, это такие характеристики, фановский жаргон, понимаешь? Течешь? It's nothing. Ничего, это просто настройки в игре. Не обращай внимания, Сьюзи. С амплификаторами есть игра, где можно настраивать характеристики. Что-то вроде бильярда, да? Амплификаторы ведь как раз круглые. Подождите, босс прислал мне сообщение, просил передать. Похоже, нам попался настоящий знаток, в руках которого игрушка может показать всю свою силу.
Когда товар поступит в продажу, приходи, и я внесу дополнительные модификации. Ого, вот сам готов взяться за дело. Thanks, but there's спасибо, но я откажусь. Мне правда хотелось бы приобрести новый амплификатор, но хитрых зайцев не хватит денег на новую модель, даже если мы все сложимся. Слушай, я тебе помогу, у меня как раз есть один. В таком случае я тебе помогу. Босс обещал мне подарок, но в моих руках от этой штуки будет мало. Лучше отдам ее тебе. Отдам ее тебе, Энби. Серьезно? Так будет гораздо проще справиться с тем высокоуровневым то есть игроком. А? Вы собираетесь встретиться с другими любителями амплификаторов? Не переживайте, с техникой от босса вы с ней легко расправитесь. Подождите немного. Дизи входит в магазин. Некоторое время спустя. Простите за ожидание. Наконец, подаренный образец модифицирован. Новый модифицированный амплификатор. Довольно рабочий уголок. Амплификатор последней модели, полученный в качестве награды за выполненный заказ от владельца магазина игрушек. С улучшенной функцией зарядки оружия Энби, которая повышает мощь эффектов стряски. Да, мне нравится, как он выглядит. Рад, что тебе понравилось. Он очень тебе подходит. Рад, что тебе нравится. Надеюсь, он будет служить тебе верой и правдой. Да, походу тут не без косяков, конечно, в переводе, в локализации, но... Что поделать? Это же Хойверсы. Спасибо тебе и боссу. Я буду беречь его. Теперь, когда у меня есть новый амплификатор, надо его опробовать. Пойдите, чтобы продолжить. Войти в меню. Перейди в раздел «Агенты». Ready for combat. Готова к бою. Затем перейди в раздел снаряжения. Сейчас амплификатор не установлен. Аккумулятор Демары. Чтобы установить его, нажми «Экипировать». Установи эксклюзивный амплификатор, чтобы активировать уникальные внешние эффекты на время боя. Кстати, амплификатор можно усиливать. Выбери кнопку усиления. Добавь материал для усиления аккумулятора амплификатора. Давай проверим, как работают усиления, прокси. Эксклюзивный эффект амплификатора. Используйте эксклюзивный амплификатор агента, чтобы включить переключатель амплификатора. Если переключатель включен, в бою агент получает особые визуальные эффекты. Активированный переключатель амплификатора можно включить и выключить в любое время. То есть, смотрите. Другими словами, амплификатор работает как, допустим, те же ядра Honkai. Они дают свои усиления. При этом амплификаторы могут быть совершенно разные. Как и диски, которые работают как своего рода артефакты. Так, секунду, что-то у меня... Немножко шторы бликует. Это из-за эффекта хромакея. Да, если я отключу, будет не так видно твое лицо. Так что заранее извиняюсь за маленький косяк. Все-таки хромакея я, собственно, и пока что не имею. А искусственную подсветку создавать надо. Так что надеюсь, я в ближайшее время вырежу некоторые неудобные моменты. Так посмотрим с аккумулятор Демары. Дальше спецэффекты можно использовать для агентов со специальностью устрашения. Скорость света повышает электроурон на 15%. Если агент с этим предметом наносит врагу урон контратакой после инвула или с помощью его атаки, его генерация энергии повышается на 18% в течение 8 секунд. Понимаете, да? Быстро и просто. Так, усилим еще и вот это. Кстати, это легендарный амплификатор «Кадр на память», который я получил на
веб-событие Stalk It Up. Ну или, грубо говоря, снарядись. Следующие эффекты можно использовать для агента со специальностью поддержка. Даже ИСИР. Активация контратаки после инвула, усиленная особой атаки и помощью в атаке или цепочке атак, дополнительно дает от 20 до 35 дБ и восстанавливает агенту с этим предметом 0,7 единиц энергии. Срабатывает один раз в 12 секунд. Время отката для разных типов атак рассчитывается отдельно. Имейте в виду, одинаковые пассивки не складываются. А жаль, было весьма интересно. Standing by. Так, ачивки. Начало ежедневной работы. Разблокируйте газетный киоск Хаул на 6-й улице. Спасибо за 5 полихромов. Давайте немножечко продолжим. Кстати, по вашим лицам, подарок от босса вам понравился, да? Еще бы понравился. Такой подарок всегда по душе. Николь будет очень рада, когда узнает. Она изначально собиралась тратить на амплификатора только средства из бюджета на психологический комфорт. Или тратить деньги с умом. В противном случае, она опять передо мной будет в долгу. Ладно, себе передам. Прокси, кроме покупки амплификатора, я собиралась заняться еще несколькими делами. Мне пора. Счастливо. Энби ушла. Файс, других поручений у нас с начальником нет. Прошу тебя разобраться с поставкой. Босс может не переживать, я совсем разберусь. Подарок мы получили, пора бы уже сходить в каверну и найти потерявшиеся амплификаторы. Изи не знает о второй подработке босса, так что говоря с ней о заказе, надо соблюдать осторожность. Исследование убойной коллекционной модели. Место заброшенное метро. Найдите пропавший ящик с амплификатором. Можно обсудить заказ Бэйл. Как вы уже поняли, чтобы получить опыт интернета, он же опыт прокси, нужно выполнять заказы и еще некоторые прочие задания. Потому что никогда не знаешь, когда тебе подбросят заказ, который надо проходить через СПП. Стой, открывай. Что за СПП, спросите вы? А вот он. Система полного погружения. Да ведь? Согласитесь. Ты уже встретился с генералом Чопом и иди разобраться с заказом? Какой шустрый у меня брат. Мы и прокси, в отличие от многих, можем свободно перемещать. Мы, прокси, в отличие от многих, можем свободно перемещаться по каверну. Но нам все еще нужны агенты с боевым опытом, такие как хитрые зайцы, чтобы бороться с эфириалами и другими опасностями. Как обычно, свяжись с доверенными агентами, которые пойдут с тобой. Функция поиск сигнала разблокирована. Чтобы вызвать на экран курсор, прожми левый Alt. Так, а вот и доступны баннеры. Правда, на кнопке F4. А, думаю, это уже мелочи. Выполнив поиск сигнала, ты можешь быстро получить агента или амплификатор. На стабильном канале для новичков доступны события с подарками. Теперь посмотрим на другие события. Агенты на выбор. Выполнив определенное количество поиска сигнала, можно получить агента на свой выбор. Так, тут у нас 6 агентов на выбор. Каждый из них представляет свою фракцию. Вот у нас, например, Грейс Говард. Или Грейс Ховард. Ну, кому как удобнее. Она представительница комбината Белобок. Агент дальнего боя. В сражениях использует гвоздомет и гранаты. Может попеременно использовать различные приемы, быстро накапливая аномалию атрибута. Александрина Себастьян, она же Рина. Фракция агентства горничных Виктория. Агент дальнего боя, управляет двумя банду. Может направить Дризеллу и Анастеллу в атаку и повысить эффективность его отряда. Каледа Белобок. Комбинат Белобок.
Агент ближнего боя использует молоток и гаечный ключ. Может провести усиленную особую атаку сразу после базовой атаки, быстро накапливая стан у врага. Накамия мана. Хитрые зайцы. Агент ближнего боя использует два клинка. Может увеличить наносимый урон с помощью контратаки после инвула. Солдат 11. Отряд Обол. Он же обсидиан. Агент ближнего боя использует армейский нож. Может различными способами усилить свою базовую атаку и увеличить наносимый урон. Фон Ликаон. Агентство горничной Виктории. Агент ближнего боя наносит мощные удары ногами и использует заряженные базовые атаки, чтобы быстро накопить стан у врага. Кстати, еще обратите внимание на один прикол. Можно провести эдакие пробные бои с определенными агентами, чтобы получить от каждого по 20 полихромов. То есть представьте себе следующее. Вы проводите тренировочные бои с каждым из шести агентов, чтобы понять, какой из этих персонажей вам, откровенно говоря, подходит. И когда вы понимаете, что можете из них собрать целую пачку, ради бога. Так, звездный состав, стабильный. Это у нас своего рода стандартная крутка. Максимум 5 раз, скидка 20% на 10 поисков сигнала, 5 попыток. Максимум 1 раз, получение агента ранга S гарантировано за 50 попыток. А сигнал гарантирован за каждые 10 попыток. S сигнал гарант 90. То есть, насколько я и, собственно, вы, ну, мы с вами поняли, этот баннер объединяет в себе баннер новичка и постоянный баннер. То есть максимум дают 50 попыток на крутку, затем S-сигнал гарант за 80 или 90 попыток. А вот у нас лимитированный баннер. Элен Джо. На волне спокойствия. Шанс появления эксклюзивного S-сигнала и A-сигналов. Те же самые 10 попыток. Каждые 10 попыток. Сигнал А. И 90 попыток, сигнал S. А это, судя по всему, ее амплификатор, гость из глубин. Соната диссонанса, временно доступная. Кроме того, можно, помимо персонажа и амплификатора, получить стабильно награды А-сигнала. Давайте начнем, пожалуй, с баннера новичков. Ну, как говорится, поехали. Я очень надеюсь, что мне перепадет хотя бы фонд Ликаон или кто-нибудь еще. Чтобы это был волчок. Эй! Турбулентный топор, V-Engine класса B. Амплификатор. Амплификатор, идентичность, изменчивость. Это турбулентный топор. Ревербератор 3. Еще ревербератор. Дальше. 5 ревербератор, уже 3 подряд. Турбулентный топор. База Луны, убывающий. Да. Агент нанят. Люсиана де Монтефио, сыны Каледона. Бой. О, пойдет на первое время. Так, я пока зафиксирую результат. Отправлю на Discord сервер моему товарищу. И давайте продолжим наши круточки. Наши круточки.
Опять. Идентичность постоянства. Турбулентный стопорик. Позлоны новолуние. Бывающие. Так, думаю, ревербераторов и топоров не хватит, чтобы обновить амплификаторы. Револьвер. Давай, допустим. Магнитная буря Альфа. Сундук сокровищ. Нехило. Буря Альфа. Так, возьмем, пожалуй, ревербирацию шифрокопии, это которая лимитированная. А мастер-копия это стандарт. Так, давайте продолжим. Ну, а немножко... Пожалуй, докупим. Трипл Эй. У нас... Got a gig that pays well? Count me in. Николь Демара. Есть одна конста. Ревербератор один. Так, мы получили Николь Демару консту. Дальше кто у нас? Ур, красная ось. И Тесла. Магнитная буря Чарли. Буря Браво. Револьвер. Великит. Магнитная буря Чарли. Вот две консты, это уже приятно. Тоже зафиксирую результат. И отправлю в скрины. Вы спросите, а в чем разница между получением наград ранга А и супер? А вот мы с вами и разберем. Так, пока не хватает на мастер-копии. Хорошо. Блин, жалко, что немножко не дотягиваю. Ну да ладно. Попробуем. Попробуем немножко выкрутить. Так, сколько я накопил уже на Линджо. А, в принципе, можно десятку тоже там крутануть. И посмотрим. Облом. Бум, пушка. Облом. Ревербератор. Буря Чарли. В принципе, можно пропустить здесь. Ай, дай мне хоть что-нибудь полезное. Эй. Ну-ка. Сокаку, reporting in. A pleasure to meet you. Агент нанят. Сокаку. Секция 6.
отсюда. Сюда. Фиксируем результат. Так, полихромов у нас, конечно же, не хватает. Ready for combat. Сокаку, ready! Huh? Oh, to what do I owe the pleasure? Is it work time? Is food included? Со снарягой потом разберемся. Пока что сделаем вот. Так, вот. Сокаку, ready! Nothing to fear. The cunning hairs are here. Так, а теперь разберем консту. Так. Суперзаряженная бомба. Урон, который Николь наносит своей усиленной особой атакой, вызываемой ей накопление аномалии атрибута, повышается на 16%. За каждое дополнительное 0,1 секунды зарядки во время активации усиленной особой атаки, действие энергетического поля, созданного выбранной области, продлевается на 0,15 секунды. Пробудить. Открыто. Nothing to fear. I have two guns, so double the accuracy. Starlight, it's time to shine! Блестящий выход. Когда Билли попадает по врагу атакой в рывке или контратакой после мидла, он получает дополнительно 2,7 единицы энергии. Срабатывает раз в 5 секунд. Пробудить. Начинаем. Со снарягой потом разберемся. Так, у меня пока еще 4 уровень интернота. Обидно, конечно, но я надеялся, что будет небольшое повышение. Немножко обидно, но все же. Поскольку сейчас на данный момент проходит раздача промокодов в честь релиза данной игры. И некоторые из них ограничены по времени, так что ваше дело успеть их активировать до того, как они иссякнут. Конечно, я могу активировать их и за кулисами, но все же, надеюсь, мы с вами немножечко успеем. Водички маловато, но ладно. Потом дополню. Аутентификация подтверждена. Логин пользователя Фейтон. Зафиксировано, что вы приняли 2 заказа разной категории. Заказ на исследование. Отправьтесь в неизведанную область каверны. Необходимо использовать систему SPP, чтобы простроить маршрут на доске с мониторами. Боевой заказ. Путь к цели уже проложен. Вам необходимо лишь сражаться и устранить опасности в каверне. Невыполненных заказов 2. Так, у нас тут боевые заказы и исследования. Давайте, пожалуй, займемся исследованием по-быренькому. Убойные коллекционные модели. Требуется лед, эфир. Так, и главное, 5 уровень. Эй, давайте начнем, пожалуй. Нужен лед и эфир. Standing by. Nothing to fear. The cunning hairs are here. I'm sorry. Это у нас получается взрывная. А.
без урона. Понятно. Starlight, it's time to shine. Сокаку, ready. Так, кто у нас? Идет поддержка. Это для эфирных уронов. Какая-то. О. Делаем вот такой финт ушами, скажем так. Сначала отсеем лишние амплификаторы. Хотя, думаю, я могу сделать это и за кулисами. Пока что немножко усилим вот это дело. Так, физика нападения. Кур, красная ось. Маски генератор. Па-па-па-па. Больше электрического урона. Это опять нужна электрика. Пазл луны убывающие. Пазл луны новолуния. Так, после активации цепочки атак или суперспособностей, агент с этим предметом наносит на 15% больше урона в течение 6 секунд. Новолуние. При усиленной особой атаке агент с этим предметом становит 3 единицы энергии, сработает раз в 12 секунд. Красная ось. Это трогать не будем. Впрочем, если подумать, вот это дает нехилый крит урон. Точнее, шанс крита. Поэтому дадим ему. I have two guns, so double the accuracy. Ready for comp? Need something? My services are expensive. Так, и пока оставим вот этот амплификатор. Кадр на память. Nothing to fear. The cunning hairs are here. Обед на весь отряд. Команда Звездных Рыцарей Хитрого Зайца. Три норы. Ладно, протестируем хотя бы этот отряд. Враги, которые однажды подверглись аномалии атрибутов. Моника лица на модель, найди пропавший ящик с амплификатором. Текущая цель. Найдите пропавший ящик с амплификатором. Мы прибыли в область, где пропал ящик. Совпадение пока не обнаружено. Давайте сперва оглядимся. И оглядимся, осмотримся. Система СПП имеет функцию ускоренного воспроизведения, позволяющую в два раза ускорять отображение текста, звуков и анимации на мониторах. Зажмите LKM или левый Shift, чтобы включить ускоренное воспроизведение. Включить и выключить ускорение можно, нажав на переключатель ускорения слева сверху или прожав T. Проложенного маршрута. Поехали. Let's go.
я это заберу. Вайс, кажется, вот наша цель. Забираем нужно и сразу уходим. Я бы не торопился насчет этого. У нас неприятности. Сигнал потерян. Что ж, нас ждет очередная стычка. Как вы уже поняли, приняв заказ, надо быть готовым еще к тому, что надо не только сформировать нормальный отряд, но и готовиться к самому худшему. Так что работаем на опережение. Так, извините, ребятки. Осторожно, это очень много враги. Вайпаут. Это если что, я врубил режим отдыха. Ну так, чтобы не париться особо. Так, режим восстановления. Кажется, эта штука переключает пути. Стоит оставить на этом положении. Есть что-нибудь тяжелое? Заброшенные стройматериалы? Им можно прижать кнопку, меняющую направление пути. Толкай их, только не до самого края. Проложен маршрут. Поехали. Рано. Внешний вид ящика соответствует описанию цели. Миссия выполнена. Забираем наш груз. Отлично. Птичка в клетке. Можем возвращаться. Так, думаю, нам здесь больше делать нечего. А, ну, и как всегда, я забыл про то, что нас ждет последняя бойня. Знаешь, вы думаете, что я не готов? А я готов. Обнаружена опасная цель. Приложение, скучаем за цель. Когда это разгорается, быстрее отдвигайте. Now.
цепочка атак. Еще неграмотные цепочки атак. Кайфово. Ранг супер. Понял, коллекцион модели. Общее время 5 минут. И лучше всех справился Билли Кит, конечно же. Он получает кучу лайков. Кстати говоря, ребятки, вы тоже не забудьте лайк поставить, если вам нравится это видео. Вы уж прожмите лайкосик, а я, собственно говоря, долгу не осталось. А музычка-то какая, а? Нормальный эмбиент. Завершить. Кстати, мы получили 5-й уровень интернота. А это уже хорошо. Выполнение заказа подтверждено. Данные добавлены в архив. Невыполненный заказов 1. Так, невыполненный заказ подождет. Мы сначала сделаем кое-что. Задание убойной коллекционной модели. Подвиньте сундук к рубильнику. Принтонота. Мастер Купе, спасибо. Так, а теперь внимание. Сейчас важный момент. Надо быстренько вбить все промокоды, которые выпустили в день релиза. И, откровенно, собственно говоря, известны всем. А может и не всем. Так, у меня уже за окном немножечко светло. Поэтому щелк. И давайте быстренько... где тут? А вот. Так. Упс, кто? Вот промокод. Этот промокод активируется сразу. При любом уровне интернета. Запомните. И как видите, этот код я уже активировал заранее. Так что, просьба обратить внимание на экран, в котором и вы увидите, какие коды на данный момент известны. Вот, например, Zenless Launch. Дальше идет Zenless Lift. И последнее. Ага, этот код обмена достиг максимального числа использования. Так, интересненько. Оказывается, они не только ограничены по времени, но и имеют своего рода лимит. Так что можно сказать, он как в некоем роде просрочен. Кавычка. Так что, вот. Кстати, в Дискорде сейчас проходит своего рода ивент, в котором надо отстримить, ну, просто 15 минут, там, показать друзьям, как вы играете в Zenless Zone Zero, и получите бандл на внутриигровую почту. 16 июля, кстати. Так, забираем все то, что мы получаем. Давайте еще раз вернемся в баннер. Мастер копии. Крутим еще. Одна награда ранга А. Интересно, кто на этот раз перепадет. Surely there's a victory feast after the mission, right?
ладно, хотя бы конста на сококу. Очень хорошо. В принципе, можно... Да. Ника. Это так не работает. Хотя бы два раза покрутим. Вот так, чисто на удачу. Облом. Ready for combat. Сококу, ready! Принц. Воодушевляющий поток. Если Сококу использует основной пассивный навык мелькания клинков или дополнительную способность обед на весь отряд, время действия усиления увеличивается на 8 секунд. Пробудить. Is it work time? Is food included? Сюда 50 амплификаторов. Так, что, один за раз выполнили. Достигли 5 уровня интернета. И немного более-менее прошлись. Уже часть готового материала отсняли. Ну, в принципе, хорошо. Конечно, обзорчик из этого получится скудный. Но я тебе скажу следующее. Игрушка хорошая. Для первого раза сойдет. Да и она сочетает в себе все те игры, которые... Ну, одним, конечно, могут быть известны, другим не очень. Да, но зачесался. Ну, как всегда. Ладно. Про нос это уже мелочи. Ну, в принципе, что еще дополнить? Игра хорошая. Мне понравилось. С промокодами, конечно, вышла полная лажа. Поскольку один оказался просрочен. Но что поделать? Уже... Я ли забыли, короче. Короче, слов даже не хватает, как... насколько можно описать эту прекраснейшую игру, которую выпустили Хайверсы 4 июля. Так что могу ли я порекомендовать эту игру всем? Всем вам, мои дорогие друзья, которые сегодня смотрели данное прохождение. И относительно рекомендую. Кому-то понравится, кому-то нет. Это решайте сами. О вкусах не спорят, если есть с чем сравнивать. Ну а на сегодня, я думаю, пожалуй, можно закончить. С вами был Витёк Грейсон. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Ломите по колокольчику, чтобы не пропускать новые видосы. Также подписывайтесь на мой Twitch и на Trovo. Я чаще всего стримлю на Twitch, так что заглядывайте ко мне в гости. Вам не сложно, мне приятно. И кроме того... Ваша моральная поддержка в виде донатов укрепит мое продвижение не только на Ютубе, но и на Твиче и на других каналах. Возможно, я в ближайшем будущем обновлю цель. Уже не на апгрейд, а на сборку компа. Но это уже все от меня лично зависит. Так что посмотрим. И кстати, если цель доната достигнет хотя бы 3000, от 3 до 5000, я подниму минимальную планку. В общем, как-то вот так. Всем огромное спасибо, что вы были со мной. Всем спокойной ночи. Всем всего доброго. Увидимся в новых видосах или стримах. Всем я с вами прощаюсь, а Найтвинг, то есть Витёк Грейсон, отключается.
сюда.